Доброе утро, друзья! С вами Дарья Коновалова. Продолжаем делать тело к лету, а значит, повышаем активность и понижаем калорийность десертов. Сегодня приготовим ягодное суфле, в котором всего 60 калорий. Приготовление суфле максимально простое. Нам необходимо нагреть предварительно замоченный желатин. Время замачивания зависит от конкретного продукта, поэтому лучше всего ознакомьтесь с этикеткой. Я замачивала на протяжении часа. Я замачивала желатин в 100 граммах молока. Сейчас основная задача – растопить его, чтобы не осталось комочков, ну и не вскипятить молоко. Сейчас выливаем желатин в блендер и смешиваем с остальными продуктами. Также для приготовления суфле нам потребуется 100 граммов натурального йогурта, 100 граммов любых ягод и подсластитель по вкусу. Далее дело за малым. Заполняем формы и убираем суфле в холодильник примерно на 2 часа. Суфле очень легкое, воздушное и идеально подходит для того, чтобы утолить желание съесть что-нибудь сладкое. С вами была Дарья Коновалова. Будьте стройны и здоровы. Пока-пока!